демонтаже башенного крана в Тюмени погиб рабочий. ЧП произошло в минувшую субботу на строительной площадке микрорайона Европейский. По словам сотрудников компании «Брусника», с высоты 6-го этажа упала кабина и контрстрела. Сам кран остался на месте. В момент крушения на нем находилось 3 монтажников. Один скончался, 2 сейчас находятся в реанимации, а их состоянии пока не сообщается. Как поясняет технический директор «Брусники», в ближайшее время будет создана независимая комиссия, которая проведет техническую экспертизу и установит причины происшествия. Все работы пока приостановлены. На строительную площадку без разрешающих документов никого не пропускают.